Здравствуйте, вот они. У нас антиударка. Противоударный шлем. Противоударный шлем. Тут вот он крепляется, здесь же он и регулируется. Таких вот. А на внутри вот эти хбшка. Да, внутри хбшка. Как шлем. Да, вот такая пока расцветочка есть. Расцветочка, да, только это осталось, да, в принципе, противно-розовая. Ну вот, если голова малыша чуть больше, вот здесь вот получается. Регулировка есть, тут понятно. Ну да. Регулировать будем. С этой стороны покажи. Вот такая видите? Вот мимишная. Да.